3 октября 2019 года. Хотел сделать видео о том, как перетопил был вчера воск. Работа вечером. Сегодня солнце светит, опять можно перетапливать. Фотовольтаик энергию продуцирует. Можно делать. В общем, вот это вот вчера я сделал. Три куска, не знаю сколько тут, наверное, килограмм 10 будет. Вот верхний еще и самый верхний. Ну и вот этот маленький, такие остатки были. Вот это вот новый с этого года. Не знаю, отправить его или не отправить на перетопку, оставить до следующего года. Посмотрим. Вот. Золото пчеловода. Радость пчеловода. Желаю всем успеха, хорошей зимовки и дальнейшей жизни.